Кошмару не видно конца. Взрывы на улицах Багдада следуют один за другим. Число жертв с каждым часом растет. Мирные люди погибли. Это были обычные граждане. В чем они-то провинились? Не можете управлять страной? Убирайтесь вон. Только в районе Алави этот взрыв унес жизни 4 человек. Власти уверены, это спланированная акция. Кто преступники, неизвестно, но страдают в первую очередь шиитские районы Багдада. Правительству уже никто не верит. Политики там наверху, в правительстве, между собой дерутся, делят свои посты, а здесь люди гибнут. Ну скажите, пожалуйста, что они-то сделали? Это же были обычные рабочие. Эксперты считают, что террор – следствие политического кризиса между шиитами и суннитами в Ираке. Угроза религиозной гражданской войны становится все реальнее.